Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да в ней пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зов душа моя, и живот моя, да приблизится, примени бы с нисходящими в ров, поих яко человек без помощи мертвых свобод, яко язвини спящего гробе, их же не помянулось и к тому, и те от руки Твоей дрынови не быша, положившего мя брови преисподним, тем них и сей не смертней, на мне утвердится ярость Твоя и вся волна Твоя.
Слово 12 о том, что душа через веру и исполнение заповедей Христовых очищается, облекается с высоты силою Пресвятаго Духа, исподобляется, видит Бога, и о том, что хотящим получить Божие благо, должно с радостью терпеть всякую скорбь. Если мы сподобимся увидеть его здравым чувством еще здесь, то не умрем. Смерть не возобладает нами. Не в будущем только будем чаять увидеть его, но почтимся узреть его еще ныне. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Don't even